Прибыли в Слюдянку. Сегодня запланирован подъем на пик Черского. Первый мой поход на этот пик. Надеюсь, впечатления будут потрясающие. Сама дорога уже впечатлила. Отличные виды, серпантин. Правда, немного устаешь. Немного трясет. Тебе надо уже. Машина перегрелась, неудачно встали. Очень удачно. Газочки летают. Добрались до кафе. Все, дальше пешком. Только вперед. Тропы открывается восхитительный вид на горы и цветочки, и тропинка, и лесок в поле каждый колосок. А это наш домик. Каждые полтора месяца сюда гоняем. Да? Сколько высота? 2,90 что-то. 2,90. Ну, 2,90. И, по-моему, мне вон туда. Фух. Так, до озера Сердца дошел. Но, блин, спуститься спущусь. Но я тогда потом не поднимусь, уже сил нету. Видимо, так полюбуюсь.
что я могу сказать, друзья. Сегодня пик Черского мне не покорился. Немножко я не дошел там на хребте перед самым подъемом к самому пику, где натянут трос, скальник. Не смог я преодолеть это препятствие ввиду определенного стечения обстоятельств. И вынужден был отступить и вернуться на базу. Но поскольку смысла я не увидел ждать утра, чтобы спускаться, решил спускаться сразу. Короче, еще примерно час, и я дойду до базы Южной спасательной станции в Слюдянке, где оставил свою машину. И на этом мой путь будет завершен сегодня. Но вопрос с покорением пика я оставлю открытым. И, скорее всего, в этом году попробую его еще раз штурмовать. Надеюсь, второй раз у меня все получится. Уже буду более подготовлен. Поскольку сегодня это мой был первый раз. Ну что ж, все, идем вниз, спускаемся и возвращаемся домой.